Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дисан. Мы продолжаем играть в игру Dying Light, и добро пожаловать в нашу 10-ю по счету серию. Вот, ключи от подвала. Мы сразу же нашли, и это очень круто, потому что мы сразу же можем куда-то пойти в подвал, как там и написано, да? В предыдущей серии мы, в принципе, обыскивали вот эту школу в надежде найти антезин, но мы его так и не нашли, твою мать, зато нашли зомби. Так, сейчас их быстренько перебить нужно, чтобы они не мешали. Там еще кто-то. Вот твою. На тебе. Вот это реально крутая пушка. Мы с ней как-то даже очень быстро всех убиваем. Электроника. Это все нужно обыскивать. Много вещей тут пригодятся. Телефон. Жестянка. В принципе, знаете, что-то скрафтить с них можно будет. Так. Бешеный мудак. Вот как нужно с ними справляться. На тебе, зараза. Еще раз. Я сказал еще раз. Фух, побежали, ребята. Нам еще в подвал нужно, да? Иди ты в жопу. Взорвись. Класс, вот так их нужно убивать. Только они привлекают много внимания, вот эти. И плюс к тому, что он взрывается, привлекает очень много внимания. Слышали, там уже вот эти завизжали? Главное, чтобы опять какого-то ожившего зомби не было. Пожалуйста, не надо скримера. Фу, а то, знаете, могут так сразу за дверью стоять и вылазить. Бывает, и они такое делают, если честно. Армейская лопата, газовая труба. Твою мать, вот видите, как он неожиданно как-то... Еще один. Видите, они прибегают на звук. И так обосраться можно. Фух, ладно. Затопленный подвал, крутяк. Давно я не видел. Такое даже вроде в Dying Light было, что, знаете, они вот так валяются. Смотрите, они типа валяются, а сейчас оживут. В Dying Light тоже так... в Dead Island тоже такое было. Иди ты в жопу. Зря я, наверное... Хотя, в принципе, как я могу это исправить? В том смысле, что... Как бы я его взорвал, если не так? Стрёмно тут, если честно, очень стрёмно. Я слышу, как кто-то где-то топает. И это пугает нахрен. А как часы смотреть? То есть, видите, на часах показывает, когда ночь и все такое. Give me a hand here, would you? Sure. God, Crane, you're such an oaf. Why don't you just stick your head out the door and shout, "Here we are, come get us!" Hey, sometimes there's nothing wrong with a direct approach. Holy shit. That's plastic explosives, right? Opa. All right, listen, you take this stuff and get back to the tower. I'll deal with these assholes. Ah, ну зашибись. Don't be ridiculous. We'll fight them together. And risk letting them keep this much ordnance? No. Just go. I got this. Meet me back at the tower. Ну зашибись. Я не хочу один. Нет, лучше помоги мне. Чё ты принимаешь решение? Не посоветовалась. Promise me you won't let Rahim near that height. What? Yeah, of course. I promise. I promise. Just go. Так ты еще бьешься, зараза? В смысле, толкаешься? Одного убили?
saved. Вы мне дадите как-то убежать, что ли? Ху, у нас нету ни метатель, а нет, есть сюрикен метательный. Во! На тебе, зараза! Фу, так. Нет, нам не сюда. Или сюда. Нет. Вот куда нам. Покинуть школу. Фу, наконец-то. Хотя школа это, в принципе, еще не такое страшное место, как, наверное, будет дальше, но все же. Так, пробел, дальше продолжаем. Это кто еще нахрен такой? Это прыгун? Почему мы должны были выйти именно ночью? Не хочу я фонарик включать ночью. And we will, but right now let's deal with these explosives, okay? Okay, listen. I'll give the explosives to Saeed, and you talk to Rahim. Make sure he stays away from that hive. Yeah, we'll do. Don't worry. Don't worry? Ночной выживший? Right. Так мы утром вышли. Охренеть. А я уже начал пугаться, что как нам сейчас добираться. А это мы ночью вышли. Это хрень тогда. В принципе, повезло, что мы ночью вышли. Не ночью, а утром, знаете. Повезло, что мы утром вышли. Если бы мы ночью вышли... Фу, ребята, знаете, мы так вышли именно тогда, когда уже светать начало. И, в принципе, нам даже не нужно было с кем-то сражаться. В смысле, не сражаться, а прятаться. Это, в принципе, мы как-то даже очень быстро, знаете, вышли, ночь сразу же кончилась, и все. Они сразу, вот те ночные хрени, и поубегали мутант. Ну, в смысле, зомби вот эти. И все. Но это к лучшему, потому что я бы не хотел ночью париться, если честно. Так, тут что-то должно быть, мне так кажется. Даже вот тут. Опа. Это что? Может какие-то припасы внутри? Если, конечно, можно внутрь зайти, но вряд ли. Так, ладно, ребят, потопали мы в башню. Это башня уже? Да. Ух ты, ты в жопу! Сколько вас набежало. Побежали, ребята, быстренько. Металлические детали нам нужны, они, в принципе, в... Вот так мусорки их даже можно найти. Опа. И все, мы уже тут, ребята. Крейн, you're dealing with Rice, aren't you? You're the one who volunteered. Guilty as charged. Something I can do for you? I believe I can provide some context. You may find it useful. You may not. Okay, lay it on me. I did not witness this firsthand, so take it as hearsay if you want. Ух, я не хочу его слушать. Так, вот в этого чувака что-то бесплатное. Да, это можно все бесплатно забирать. Замечательно. Ну что, поднимаемся? Так. Сейчас еще продать вот эти вещи бы круто бы было. Если мы сможем продать их. Вот, например. Что там трясется? А это самолет или что? Так, продать. Что мы можем продать? Нож-крюк грубый. Вот это можно продать. Хотя нет, это нормальное.
Вот это можно, нож-крюк. Тоже нормально, простой молот. Можно продать, армейская лопата можно продать. Простой молот, лопата, газовая труба, ракета, взрывпакет, мешочек. Кофе. Кофе, в принципе, я не знаю. Сигареты, ценности. Продать все. Продать все. Продать все. Детали для сборки. То есть это просто, знаете, продавать. То есть мы с этого ничего крафтить не можем. Супер кровопускатель. Ух, я даже не знаю. Ну, давайте купим на всякий случай. Ну, в смысле, потом может что-то сделаем. У нас есть навыки какие-то. Нет, нету, к сожалению. Супер кровопускатель. Шокер, электротруба. Яд, ядовитый перо. Ого. Я, знаете, хочу поискать вот тот все-таки какой-то легендарный меч в этой игре. То есть... А нам наверх нужно. Нам, походу, наверх нужно. Потому что он, в принципе, редкий. Мне говорили, что он какой-то, ну, самое лучшее оружие в этой игре, и его можно где-то найти. Крейн, Саид told me about the explosives you guys found. How perfect is that? Jade gave them to him. Saeed used to be on a bomb squad, so he чтобы взорвать вот ту... Yeah, kid, that was a lucky find. Would have been better to turn up some antis. Ну там, где живут прыгуны ночные. My buddy Omar is making sure Saeed put the good timers on those things. We have to be able to get our asses out of there before they blow. Whoa, we? There's no we in this. I mean, yeah, that nest needs to go. Now it's possible, but if it gets done, I'm doing it on my own. What? It's my plan. And I will execute it perfectly, I promise. What? Ah, shit. There's no use arguing with you, is there? Fine. I'll contact you as soon as Saeed's finished with the charges. Rahim, do we have a deal? I guess. Do we have a deal? Yes. We have a deal. Okay, one more thing. I keep seeing this bizarre kind of infected. Is Dr. Zera out at his trailer? I'd like to talk to him about it. Nah, he's down in sick bay visiting Dr. Lena. Thanks, kid. I'll see you soon. Ух, 10 тысяч опыта, ни хрена себе. Так, что мы можем изучить? Вот. Электрические ограды. Научитесь использовать электрические ограды. Научитесь лучше ремонтировать. Ремонт оружия не всегда будет расходовать ячейку ремонта. Давайте вот это. Сойдет. Ага, ага, но тут больше ничего нету. Ладно, нам нужно спуститься. Появились новые товары. Это классно. Вот он. Hey, Doc, you got a minute? Oh, it's Kane. Yes. Crane. How can I help you? Crane. Remember when I told you about that weird infected I saw? You know, the one who took one look at me and hauled ass away? Yeah, well, I just saw another one, and it did the same thing. Hmm. I believe I have heard your colleagues talk about those creatures. Bolters, they call them. Apparently, they favor certain areas of town over others, but only appear at night. I don't suppose you could catch one and bring me a sample of its flesh. You see, a thought occurred to me. A long shot, I realize. But if these creatures favor areas where I left my experimental bait, well, let's not get ahead of ourselves. Please do obtain a sample, but it has охренеть, to be fresh. Нужно словить вот этого. So you have to get it back to me quickly. Okay, and where exactly do I find these things? I'm told that quartermaster chap has been keeping track of them. Мне нужно будет словить вот этого ночного прыгуна. Вы что, охренели, что ли? Так я их боюсь так, что это с ума сойти. А мне нужно будет одного из них даже не словить, как бы словить, убить и взять его образец. Охренеть. Охренеть. Класс. Так, ладно. Побежали дальше. Кладовщик, вот ты где. What can I do for you? Doc Zera says you know where I should look for these bolters. Super fast infected, covered in big green blisters. Oh yeah, yeah. I can point you in the right direction. Here, here, and here. Though you ask me, if trouble don't come looking for you, ну, в принципе, я с тобой согласен. No reason to go looking for trouble. Но доктору нужна ткань. Thanks. А что сделать, если ему она это, ну, если она ему нужна? Поймай бегуна в течение ночи и возьмите образец ткани. Вы что, охренели, что ли? Come here. I've got
Как я его поймаю? Вот, ночь и дождь. 13 часов спустя. Ребята, мы идем на охоту ночью. Бегуны. Вот. Бегуны — это уникальный тип мутанта, который может помочь в исследованиях Зире. Они появляются только ночью. Их можно найти в местах кормежки, отмеченных на карте. Если вы планируете поохотиться на них, нужно вести себя очень осторожно, так как их легко спугнуть, а бегают они очень быстро. А как мне их словить, если они очень быстро бегают? Зона, захваченная бегунами. Вот нам туда и нужно. Hey, what's up, Spike? Just FYI, if you need me, I'll be at the ferry station helping Morgan prep the barge. Strangest thing, he said he got shaken down by some young man who sounded an awful lot like you. You wouldn't know anything about that, would you? Hey, I gotta run. I'll talk to you later, Spike. Ух, твою мать! Иди ты в жопу, тварюга! Так, ладно, давайте варианты. Как нам их вообще словить? Как нам их вообще убить? Что нам вообще с ними делать? Поймать бегуна в течение ночи и возьмите образец ткани. А как нам его поймать? Твою мать. Как нам его поймать? Хотя бы дали бы какие-то инструкции, то есть установите ловушку или еще что-то. Как мне его поймать? А может, знаете что? Тут же у нас есть... Где у нас вот эта ловушка? И включить вот эту световую хрень. Может, где-то его привести к ней и просто, я не знаю, включить. Смотрите, сколько их там. Ребят, я вообще не в курсе, честно. Мне так очково даже выходить отсюда, что с ума сойти. А нам еще нужно одного с них словить. Или, например, привести сюда и взорвать нахрен вот это, и взобрать его ткань. Это он? Только там еще хуже твари, которых я еще больше видеть не хочу. Ух, ребят, я даже не знаю, что нам делать. Вот эти твари просто, знаете, эти самые сильные, то есть они еще даже уходить не хотят. А нам между ними надо как-то проскочить. Вот я вот этого чертенка вижу. А что нам с ними делать? А может, я, знаете, просто так тихо подобраться к нему и просто отрубить ему концовку, взять руку, убежать к доктору и понести доктору его ручонку? Может, так нам и нужно? Ух, ребят, я даже не знаю. Сейчас попробуем как-то. Было бы еще проще, если бы мы просто подошли, отрубили, да и убежали. Или что нам нужно делать? А просто, знаете, вот там вот этих чертей ночных, там вообще их столько, что я больше их боюсь, чем вот этих. Они там ходят, вот, например. Вот тут где-то один. Вот еще один идет. А нам нужно между ними как-то пробраться. Хрен его знает как. Ух. Я не знаю, ребята. У нас еще сейчас запалит и будет вообще суперский. А знаете, как, наверное, нужно делать? Пойти отрубить руку и забежать вот сюда в сейф-хаус и просто поспать. Так, нам, наверное, и нужно сделать.
Тут ничего нету. Так. Как нам между ними пробраться? Вот там вот это, твою мать, а. Еще и самолет аэродроп кидает где-то. Я люблю вас, твари. Ага, вот как убегать от них. Одежда. Опа, атлет. Паркурщик. Это можно было сразу одеть. Опа, какая у нас одежда крутая. Идите вы в жопу, ну пожалуйста. Как-то я сюда пробрался, но я не знаю. Тут есть какая-то вот эта ловушка. Нам, походу, может ее включить нужно, чтобы... Чтобы их внимание на вот это... Потому что вот этого я боюсь, черта. Как нам включить вот эту хрень? Если я вот кину вот это, взрыв пакет, то тогда туда куча всех сбежится, а мне это не нужно. Опа, он сюда идет. Твою мать. Опа, смотри, какой-то вход в дом нашел возле этого. Потому что я вообще никак их не могу словить, не могу убежать, не могу вообще ничего сделать. А тут смотрите, сколько я нашел сундуков, точнее ящиков. Может, что-то полезное будет. Так. О, ну я всегда забываю вот про эти новые фигни, которые нам дали. Вот видите? Опа! А я забыл про это даже. Он меня заметил, что ли? Где он? Вот он. Ух, ну это классная штука, то есть я даже забыл про это, если честно. Так. 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 Что тут еще есть? Я не знаю, ребят, как их словить, если честно. Вообще, то есть... Ну, смотри, какие его дома офигенные, то есть... Много чего тут найти можно. И это нужно лутать. Всегда. Только я не знаю, как. В смысле, как нам сейчас вот это достать? Вот. Вот это классная штука. Если я это открою, он сюда сможет забежать. Смотри, какой бешеный черт. Нет! Ночь на смарку. Твою мать. Или все? Так просто! Hey, проще я ничего не видел. А мы столько парились. Так просто подбежать, убить, забрать вещи. И нужно было, то есть, забрать его ткань и просто забежать в сейф-зону и выспаться. Это все, что нужно было. Иди ты в жопу, не хочу я сейчас сражаться. Фух, ребят, побежали. Это просто охренеть. Я думал, да, в принципе, ладно, то есть.
Я не знал, что это просто вот так, да и все. Crane, come in, come in. Did you get the samples I asked for? Excellent, excellent. I was just telling Dr. Camden about you. Hello, Mr. Crane. Glad to have you working with us. You sound like an impressive individual. Interesting stuff what passes for blood in this creature. Photosensitive. Quite deadly if used on a weapon, I'd wager. But I digress. My last bit of reagent here, and a reserve vial of... Oh my word. This tissue, it's testing positive for the recombined virus. Camden, do you know what this means? The meat experiment worked. When I dosed the meat samples with the altered strain, it's had an effect. This could explain all the different mutations. But I can't. Camden could. He has the equipment. But we have no way to get the research to him. Well, you can talk to him on the radio. Why not share the info that way? There's too much data, Crane. It would take years. We'd both be dead and gone before he finished. Water, water everywhere, and not a drop to drink. What if I delivered this stuff to you, Dr. Camden? By hand. The data and the tissue samples both. Crane, getting from there to here would be insanely dangerous. Yeah, but it could mean a cure, right? You don't know how much this means, dear boy. To me, to all of us. I'll contact you when everything's ready. You must go now. Much to do. Much to do. Ну хотя бы сделали вот это. Не так уж и в принципе. Я думал, намного тяжелее будет. Как бегу на ценный материал, используйте ее щит ржами. Omar and I went to blow up that nest. Wait, you what? Fucking hell, Raheem, that was my job! Oh, right, because you're more qualified to handle explosives than I am. You're just a goddamn tourist. But listen, we messed up. Messed up bad. Alright, what happened? Where are you? We're on the overpass, and it's all going to shit. Listen, head to the train yard. Find a place to hide. I'm on my way. Omar, behind you! Behind you! Raheem! Raheem! God damn it. Ладно, нам нужно сейчас их там выручить и все такое. Ребят, на этом давайте закончим эту серию. Брэкен, do you copy? Yeah, I copy. What is it? Еще пускай поговорят. I'm on my way to get Raheem. Что они там Raheem? Хотят? He's here in the tower. No, he's not. He and Omar went to blow that nest, and now they're in trouble. Like what? Fuck! Where'd they get the explosives? Well, I look, I stole them from Rise. Oh, Jesus Christ! I'm close. I'll get him to safety, Brecken. You damn well better. You save him, you hear me? You save him so I can kick his fucking ass. Does Jade know about this? No, she doesn't. Well, for God's sake, don't tell her. She'll go out looking for him. And I don't need her getting herself killed too. God damn it! Ладно, ребят, на этом мы заканчиваем. В следующей серии мы продолжим спасать. И я надеюсь, вам понравилась эта серия. Я надеюсь, что вы также поставите лайк и прокомментируете. Если вам нравится это прохождение, то не забывайте поделиться своими мыслями в комментариях. Я буду рад их прочитать. Точнее, комментарии. На этом заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.